День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Unepic, и давайте продолжим, будем проходить квесты, осматривать. То есть я думаю, что мне здесь нужно будет побегать все-таки по этим комнатам, посмотреть, что здесь есть, что тут такое, посмотреть еще пару раз, может быть, я что-то пропустил, а то вы на меня начали кричать в комментариях, что-то я там неправильно сделал, все понятно. Уи! Я сказал уи! Ага! Ага! Вот! Что я искал в прошлой серии. Спасибо. Спасибо, быстрый вход. Все хорошо. Так, давайте посмотрим, где я. Угу. И я как раз сюда хорошо попал. Потому что у меня мало здоровья. И давайте тогда пойдем полечимся. Уи! На, ну не залезай на лестницу, не залезай, не надо, дорогой. Так, все. И у меня такое впечатление, что мне все-таки теперь уже нужно найти новое оружие, то есть новое мощное оружие, потому что я потихоньку начинаю уже не справляться с монстрами. Зеленые сатиры, я их долго, очень-очень долго рубил. Так, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь так. Зеленая всякая гадость. Тут ползает гадость всякая. Так, нам порошок пригодится. Он как раз, он для квеста. А также нам нужен мраморный горшок в самом низу и мандрагора в самом верху. Но сначала за горшком, а потом за мандрагорой. Так что нам нужно так или иначе, скажем так, вниз, направление вниз. И давайте посмотрим, где я сейчас. Ага. Это у него вообще ничего не говорит. Но я помню, мне еще тот мужичок, который мне давал квест. А откуда у меня? Откуда у меня? А, это отравление от. Какое мощное отравление? Мощное отравление. Мне мужичок говорил вниз, а потом направо. Это в туалет. И давайте тогда за какашками сходим. Мы будем тогда уже ходить по уровню и осматривать тогда. То есть орошать все растения какашками. Так, это... Да, это мужичок, понятно. Старичок-боровичок. Так, спустимся. Так, хорошо. Вот наш туалет. Как в него попасть, я не знаю, но я просто уверен, что мы сейчас найдем путь. Так, есть. Факел, надпись. Интересно, секретная дверь? Еще одна? Нет. Все стены не бить. Что? 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 Нет! Нет, моя лягушка! Моя лягушка! Жестокие растения, на которые я не хотел нарываться, на которых я боялся. Но невозможно было от них увернуться. Все понятно. Это очень-очень страшное место. Так, здесь нужно быть осторожным. Перестань пищать. Я немножко умер. Чуть-чуть умер. Все понятно. Так. Верните меня на место. Хорошо, тогда давайте. Лягушка, ты там на пауков нападать не хочешь? Я! Брысь! Убегаем отсюда. Так. Теперь давайте здесь зажигаем. Здесь зажигаем. Я что? Я умираю от того отравления? Господи, боже. Какие жестокие вещи. Так, у меня противоотравляющее. Да, я не успел. Да как они меня подлавливают. Я даже в комнату не успеваю зайти. Хорошо. Хорошо, тогда давайте спокойно. Спокойно сядем. Где мой чай? И подождем, пока пауки уйдут. Угу. Ага, пауки не собираются никуда уходить. Все понятно. Ну, давайте подождем, пока вот этот вот наверху проползет наверх. А? Так, все, отлично. Отлично. Теперь вот сюда не заходим. В газ. Газ. Давайте выпьем сейчас как раз напиточек регенерации. Восстановим себе здоровье побольше. Таблеток от жадности. Так. Хорошо. Теперь, что я тогда сделал? Я лягушка умерла бессмысленной смертью храбрых.
Поэтому она у нас сейчас уйдет. Отозвать. Хорошо. И... давай, стрела. Поехали. Так. Тут куча пауков как раз наверху тусуется туда-сюда. Угу. Как это сделать? Странно, а почему они на меня тогда так жестоко напали? Все ринулись на меня просто. Может быть... а, тогда лягушка, потому что туда-сюда летала, а они на нее напали. На бедную. А, паук! Паук! Чтоб ты... ну, ну он сдох, да, но он успел нагадить. Так. Хорошо. Пауки, растения, растения, пауки, пауки, растения. Так, я тут долго могу стоять. Так, но до этого мы выпьем напиток восстанавливающий. Оп, я ж не могу дождаться того момента, когда нам дадут лечащий здар, лечащую магию. Так, в туалет быстрее, в туалет нужно бежать. Так, зеленая штука. Угу. Угу. Зеленая. Так, у нас уже половина зеленой гадости собрана. Это у нас паук. Давайте на него используем лук. Лук-паук. Он лопнул. Он маленький. На него много урона не нужно тратить. Хорошо. Запомню. Так. Так. Сердечко. Свечки. Спускаемся сюда. Факел. Какашки! Какашки. Туалет. В случае переполнения опуститесь вниз и удалите экскремент. Палка с какашкой? Что? Что? Уметь? Где? Палка с какашкой? Что палка с какашкой? Так, это ухо эльфа. Тяжелое копье рыца. Нет, это все очень не похоже на палки с какашками. Так, по-моему, мне нужно будет спуститься вниз и удалить какашки оттуда. Так, умывальник не умывает. Хорошо. Давайте тогда спустимся. Где мой топор? Верный топор, который служит мне уже очень-очень давно. Интересно. А как туда спуститься? Секретная комната? Ха-ха-ха! Тот, блин. Я так об... ох, господи, боже. Кучка! Дорогая кучка! Удобрение одного из... ага, мне всего лишь одной кучки хватит для того, чтобы все сделать, все исправить. Хорошо. Хорошо, давайте будем тогда растения все. Есть! Вымазал растение какашкой, оно стало зеленым. По-моему, это... обычно это не так получается. Обычно сначала растение должно быть коричневым. Очень коричневым. Но ну хорошо, это фэнтези-игра, это РПГ. Это простительно. Так, здесь нам очень-очень сильно понадобится лягушка. Здесь все растения сделал. Так. Лягушка. Вот она. Вызвать. Есть, хорошо. Тогда давай... я сказал, инвентарь брысь. И давайте тогда потихоньку, полегоньку, осторожно. Лягушка, работай. Лягушка пошла. Так, спокойно, тихо. Хорошо. Осторожно. Не торопимся. Тут... а, надпись какая-то есть. Так, зажигаем, удобряем. Стоп, бочка. Бочки, ничего. Надпись говорит... садовый склад, вход только для садовников. Окей, это я. Это у меня в кармане кусок удобрения. Так что я думаю, я квалифицируюсь. Это квалификация у меня есть. Диплома как садовнического нету, как... он что-то украл. Ну ничего. То есть я почитал ваши комментарии, нужно будет к ним отправиться туда. Но после библиотечного босса или что? Широкий меч? Интересно. Широкий меч. 126 урона. Я не против. Давайте возьмем. Давайте переключимся на широкий меч. И пойдем дальше. Так, теперь. А как тут туда? Туда, скорее всего, сверху можно будет попасть. Нет, вряд ли.
Секретная комната. Наверху секретная комната. Тихо, почему я здесь не могу... Так, тихо. Вот. Прыжок куда? Нет, по-моему, здесь секретная комната. Все, я не уйду отсюда. Все, эта серия пройдет... Нет, я все-таки пожалею вас и себя. Так, давайте отсюда выйдем. Желтый волшебный порошок? Что это? Брысь! Опять отравление, опять я отравился. Так, давайте мы будем восстанавливать себе здоровье. Как раз мне это очень пригодится мне как раз. Очень-очень. Ха, к этому сундуку можно будет подобраться только сверху. Хорошо. То есть вот сюда вот нужно будет забраться. Оп, сказал. Оп, есть. И теперь вниз. И сундук. Отлично. Так, зеленый. Нет, это желтая гадость. Я думал, сколько здесь порошков? Ужас. Так. Теперь что? Теперь нам нужно вымазать все растения какашками. А также нам понадобится горшок. Горшок, он где-то был. А в складе для садовников? Может быть, мне нужно где-то подняться... Скорее всего, мне нужно будет подняться наверх, а потом сверху спуститься вниз. Вот как. Вот. Поэтому давайте я сейчас так вернусь сюда. Отлично. И теперь мы пойдем так, через дверь, потом наверх, и потом поверху пойдем уже искать. Да, вот она стратегия. Да. Жестокая стратегия. И как раз... Извиняюсь, нам нужно будет побросать повсюду удобрения. Так, паук, ты... Брысь. Есть, спасибо, лягушка. Ну, и меня опять отравили. Жестоко это все. Эта игра жестока просто. Так, давайте я буду пить чаёк, пока я уничтожаю все это. Хорошо. И так, давайте пойдем. Есть. Ну, умри! Я даже, по-моему, эту штуку не нужно было убивать, но из принципа нечего. Это, я до сих пор испугался. Да, я их боюсь очень. Так, здесь все растения вымазаны какашками. Факелы все есть. Почему мне это не нравится? Вот скажите мне, пожалуйста. Почему мне огромная туча скелетов не нравится? Хорошо, что у меня красного порошка очень много. Его, ну, становится все меньше и меньше и меньше. Но ничего, мы справимся как-нибудь. Давай, выгорай наконец-то, бедный скелет. Так. О, господи, они умеют бегать? Жесть. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Ну, давай. Как раз интересно, а как на них заморозка действует? А, уже не узнаю. Потом поэкспериментирую. Так, мы на стене. Хорошо. Меч. Широкий меч. Но он зеленый, он слабенький. Синий намного сильнее, обычно. Монета. Хорошо, они хранили кучу монет. У меня 800... Удивленный кашель такой. Мне это не нравится. А! Лягушка, нет! Нет, лягушка, не умирай! Не умирай. Брысь карман. Хорошо. Первое, что мне сделать? Мне нужно прицелиться в эту... В эту скелетскую штуку. Оп! Так. Ага! То есть это тайминг. Так. Отлично. Все, он сгнул. Долго с ним справлялся. Что ж вас тут так много? Брысь. А как? Как раз лед. Нет, лед вообще бесполезен здесь. Так. Конечно же, все очень-очень страшно. Особенно огромная толпа скелетов. Ну, ничего.
Копье. Это хорошо. Хорошо, как раз можно было бы на него заманить воришку. Не будем сейчас этим заниматься. Я их пофармлю вне записи. И там соберу, вы мне обещаете свиток в логово этих воришек. Так что потом. Это сейчас не очень важно. Факел. Есть. А, у меня такое впечатление, что это я иду сейчас в направлении Мандрагоры. А... Растение. Просто так висит растение. Странно. Это все очень-очень странно. Уворачиваемся. Все понятно. Я сюда попозже приду. Магазин. Отлично, вот магазин мне нужен. Я хочу оружие себе прикупить и одежки прикупить себе какой-никакой. Это всегда пригодится. Тихо, а я могу вернуться? Нет, не могу вернуться. Нет, не могу. Совсем не могу вернуться. Так, давайте я сейчас выпью свой напиток лечения и напиток чаевничания. Угу. Теперь. Вот отсюда. Так, а то есть я могу подпрыгнуть, выстрелить, спрятаться. Вот это правильная стратегия. Так, ломаем. Ломаем все на своем пути. Жестоко. Так. По-варварски. Хорошо. И магазин. Там 100% Матумба опять будет. Или и его подруга. Нимфа. Так. Да! Матумба и его подруга Нимфа. Так, хорошо, давайте пойдем посмотрим, что нам Матумба предлагает, потому что мне сейчас одежда и оружие понадобятся. А потом что Нимфа. Так, купить. Броня и одежда. Укрепленные кожаные доспехи. Кольчуга. Нужен уровень 7 навыка доспехи. Уровень 7 наш, я, значит, могу туда поднять. Давайте купим одну кольчугу. Хорошо. Оружие. Талиб 111 урона. Лабрис. Ятаган. Короткий нож. Пика. Я даже не знаю, стоит ли покупать топор за 111 урона. Это, по-моему, это будет невыгодно. Так, давайте тогда себе оденем то, что купили. Так, где мой персонаж? Телосложение плюс-плюс. Побольше здоровья. Доспехи плюс-плюс. Отлично. Инвентарь. Где... Так, кольчуга. Снарядить. О, господи, опять. Хорошо. Мы оделись в кольчугу. Я уже себя чувствую, лучше чувствую. И Нимфа что-то нам продашь. Рецепты. Противоядие. Лечебного зелья. Куплю. А как раз и противоядие тоже давайте купим. Броня и одежда. Накидка ученика мага холода. Защитная робоцелителя. Конечно же, все мило, но у меня есть уже броня. Так, том сталактиты. Мгновенно замерзшая вода. Острый мяск. Ага, это ледяная мощная огненная стрела, пылающая аура, ледяная стрела, телепортация в сады, том ледяное дыхание. Хорошо. Это я пока что, опять же, это покупать не буду сейчас, но я запомню. Очень хорошо запомню. Так, и мы пойдем дальше. Я потом распродамся. Сейчас это не так важно. Сейчас я хочу додуматься до того, как попасть. Закричал я. И... Что это ты? Что это такое? Скелеты, брысь! Кто ты такой? Простите, здесь плита немного выступает из пола. Вот тут. Вы не подскажете, почему? Это ловушка! It's a trap! Я так и думал. Спасибо за предупреждение.
Интернет. Интернет. Да. Ой. Так, давайте откроем дверь, посмотрим, где она у нас. Ага, хорошо, давайте вернемся как раз нашему духу, полечимся. Хорошо, хорошо. И пойдем дальше. Посмотрим. И я думаю, что мы продолжим двигаться направо. Направо, я надеюсь, что там будет что-то. Хотя, хоть что-то, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть чего-нибудь. Здесь растения... сейчас с этим... О, господи. Это босс. Зера, чувак, ты где? Не покидай меня, Зера. Мне зачем так орать? Я в первый раз прекрасно услышал. Как говорится, я уже подумал, что ты исчез. Что ты оставил меня здесь совсем одного. Если бы я только мог. Так что ты можешь сказать мне об этом, страже? Только то, что если он убьет тебя, я буду безмерно ему благодарен. Будет жарко, да? Ну же, чувак, дай мне подсказку. Я же должен наносить своего врага в лицо, не так ли? Я могу сказать тебе только то, что это живое дерево, и оно уязвимо лишь для стрел. Но если это дерево, это нелогично будет срубить его или поджечь. Как? Как можно быть таким тупоголовым? Волшебное дерево иммунно к огню и клинку топора. Я и понятия не имел. В моем мире нет волшебных деревьев, только нормальные, понимаешь? Я ему не верю. Так, давайте здесь, по крайней мере... И я скажу вам честно, мне любопытно. Мне любопытно, я попытаюсь его вызвать. Так. Приходи сюда. Страшное дерево. Арболус. О, господи. Так. Все понятно, мне нужна магия огненная, но помощнее. Все. Перестань! Выпусти меня. Так. Все понятно. Так, игра сохранена. Хорошо. Туда пока что не ногой. Шибко он сильный. И мы тогда... куда мы тогда идем? То есть это у нас ловушка. Да, это ловушка. Раз немножко желтого этого пороха. Хорошо. И как раз на этот бой обязательно нужна лягушка. Но с другой стороны, обязательно просто нужно... Я забыл о ловушке, спасибо. Так. Давайте ее запустим. Ага, хорошо. Так, соберем то, что у нас в сундуке. Противоядие! На-на-на! А, хорошо. Осторожно. Оп. Есть. Оп. Есть. Оп. Ха-ха! Все успел сделать, и меня не подстрелили. Хорошо. А почему я здесь наверх не пошел? Вы мне не скажете? Это так странно, я почему-то решил не пойти здесь наверх. Так. Дверь. На. Нет. Закрыто. И на. Нет. Нету сигнала. Что-то будет. Я их вижу. Они бегут. Мощно бегут. Они за мной прямо убегут. Брысь. Так, тихо. Сейчас все будет. Все будет хорошо. Отстреливаемся от них. На. Спасите меня. А что у нас там наверху? На? Нет. Жаль. Но давайте тогда спустимся, посмотрим. Так. Брысь. Конечно же, молот, скорее всего, пошел бы хорошо для скелета. Угу. Так. Давай, поднимайся сюда. Иди сюда. Я с тобой Я тебе... Как он быстро... Как он это смог? Так вот, взял и резко сделал это. Вот, боевая булава, скорее всего, лучше всего против скелетов. Но, по-моему, там еще один был. Оп, и еще ледяная штука. Огненная штука. Хорошо, давайте его зарубим тогда.
С огненной штукой, я думаю, я разберусь ледяным жезлом. Вот у меня как раз есть. Так, что это? Маленький изумруд. Хорошо. Так, жезл на... Есть, есть, все, хорошо. Давайте монеты соберем. Посмотрим, что у нас здесь в бочках. Есть, есть, копье. Угу. Нет. Что? Ага, ага, дверь. Какая... А, блин, у меня телефон вибрирует. Алло, мама, это ты, мам? Мама. Ужин уже... Нет, ужин уже стынет. Нет, я... Извините, я... оригинальный голос мамы не смогу сделать. Я кажу. Мама, слава богу, я заперт в каком-то средневековом замке, полном чудовищ. Понятно, значит, к ужину тебя не ждать. Мам, ты вообще слушаешь? Я заперт в замке, я не могу отсюда выбраться, чтобы вернуться домой. Тогда почему ты не позвонила, не предупредила, что не придешь на ужин? Да потому что здесь нет сети. Просто. В средневековых замках нет, знаешь ли, сотовых вышек. Так если у тебя нет сети... Как же ты тогда со мной разговариваешь? Без понятия, мам. Ты меня нервируешь. Хорошо. Я оставлю тебе немного макарон в холодильнике. Когда вернешься, разогрей их в микроволновке. Ладно, и не завязывай с этими ролевыми играми. Мама, послушай, мам, я бросила трубку. Можешь мне удастся до кого-нибудь дозвониться? Бесполезно, нет сети. Как же мама дозвонилась? Чего-то я не догоняю. Угу. Понятно. Секретные секреты. Хорошо. Идем дальше. Оп. Нет, секретного секрета здесь нету. Так. Растенническое растение. Ага. А-а-а-а. Я потом. Я эту огромную комнату потом. Потом. Давайте посмотрим, что здесь в комнате и справа. Так. Пчелы. Пчелы. Много пчел. Я их боюсь. Так, давайте упадем. Йота! Опять ты. Приветствую, юный. Так. Приветствую тебя, старик. Что ты здесь делаешь в одиночестве? Я медитирую вдали от царящих вокруг жестокости. И о чем же ты сейчас размышляешь? Как заполучить книгу мудрости? С давних пор эта книга покоится на дне ямы. Я не могу достать ее, мои старые кости не выдержат. А что это за книга такая? Эта книга дарует мудрость читающим, каждому читающему. Я уже давно желаю заполучить ее. Юноша, ты выглядишь сильным и ловким. Ты легко сможешь спуститься вниз по веревке и достать книгу. Чего? Да ты посмотри на эти коли. Ты ж самоубийство. Если ты сделаешь это, я заплачу тебе 100 золотых. Это все, что у меня есть. Ну, даже не знаю. А, старичок, ты веревку обещал. Интересно. Как минимум, я об этом подумаю. Я об этом очень-очень хорошо подумаю перед тем, как прыгать туда вниз. Почему-то мне это напомнило Индиану Джонса и вот этот прыжок веры. Но... Понятно. И я тогда, знаете, что я, так как я уже начинаю кашлять каждые 2 минуты, я вот сейчас закончу, у нас тогда вот эта большая комната с жуками, комната с шипами. Какой сложный уровень, и куча-куча скелетов повсюду бегает. И я тогда давайте сохранюсь, не забыть. И я скажу вам большое-большое спасибо за внимание. Еще раз извините, что я покашливаю, я понимаю, что это не очень приятно, но... И мы тогда увидимся в следующем видео.